Интервью с капитаном, игравшим сегодня командой, Джалалом Руджевым. Джалал, ваша команда, к сожалению, уступила телезрителям. Скажите, с чем вы это связываете? Я думаю, что больше это связано с отсутствием игровой практики. Может быть, одним из немаловажных факторов было то, что в течение года команда по сложившимся правилам из-за того, что сразу попала в финальную серию, не смогла в течение года сыграть, посидеть за столом. Я думаю, что обычных тренировок мало. Нужна еще и практика в игровом зале, потому что, опять-таки, ни одна тренировка, ни одно, не знаю, собрание не может заменить ту игровую атмосферу, которая бывает в зале во время съемок. То есть вы жалеете, что не участвовали в отборочных играх за выживание? Если честно, когда мне ведущий сказал о новых правилах в начале этого года, я выразил, скажем так, недовольство тем, что мы не играем наряду с другими командами, потому что я примерно представлял, что будет, если команда хотя бы раз в году не садится, кроме финала, раз в году не садится за игровой стол. А обычно теряется форма, к тому же этот Анар уже полностью переехал за границу, поэтому в игровом составе получается собраться только перед съемками. А если съемка всего одна, то фактически встречаемся тоже всего один раз. Ну, теперь вашей команде предстоит участие в сезоне 2013 года. Скажите, как вы будете готовиться к играм, что будете менять в команде и, главное, каким образом? Честно говоря, вероятнее всего будут определенные пересадки за столом. Если зрители обратили в этой игре, мы поменяли места всего двух игроков. Но я думаю, немного поэкспериментируем с рассадкой, чтобы ребята чувствовали друг друга лучше. Большое вам спасибо за интервью, Джалал, и до встречи в новых играх нашего клуба. Спасибо вам большое.